По подозрению в чудовищном преступлении брянские полицейские задержали 40-летнего жителя Брянска. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 4-летней девочки. Преступление буквально всколыхнуло Брянск. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Она сообщила, что в отношении ее 4-летней дочери неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера. В дневное время 40-летний мужчина, житель областного центра, находясь по улице Любезного города Брянска, подошел к 4-летней девочке, которая в это время находилась около одного из домов, завел данную девочку в подъезд, то есть и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Полицейским удалось сработать максимально оперативно. По прибытию на место, значит, факт действительно подтвердился, что были совершены такие действия. Значит, сотрудниками уголовного розыска преступление, благодаря грамотным умелым действиям, в кратчайшие сроки было раскрыто. Значит, подозреваемый был задержан, значит, доставлен в УВД по городу Брянску, где дал признательные показания. Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. Ранее он уже был судим за совершение аналогичных преступлений и освободился из тюрьмы в феврале текущего года. Сейчас маньяк-педофил заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Кристина Костюченко при содействии пресс-службы управления МВД России по Брянской области.